Также в Краеведческом музее состоялось торжественное открытие выставки «Хранители истории», посвященной 90-летнему юбилею самого музея. Это учреждение культуры – одно из старейших Мурманской области. Начинали с 500, а сегодня в фонде более 165 тысяч экспонатов. Он продолжает пополняться. Выставка «Хранители истории» познакомит гостей с основными вехами становления и развития музея через уникальные документы и фотографии, нумизматические коллекции, эксклюзивные советские сувениры. В экспозиции, которая не смогла вместить все уникальные артефакты, каждый наверняка найдет что-то интересное для себя. Но остается пригласить только всех мурманчан на выставку и воочию убедиться, потому что история музея по существу – это история труда ни одного поколения музейных работников. А результаты этого труда – это наши экспозиции музейные и выставка. Так что милости просим.